Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. И этот видосик под названием «Это вам точно понравится на ваших часах». И я хочу вам продемонстрировать циферблат. Циферблат, значит, обычный, аналоговый, но достаточно интересный, красивый, со множеством прикольных настроечек. А самое главное, он мне нравится, как он выглядит. Действительно так эстетично и немного технологично. Так что поехали. Вот так на данном циферблате выглядит режим AOT или экран всегда включен. Самая такая нужная информация у нас всегда, короче говоря, под рукой. Ну и как видите, он темный, или вернее черный, и зеленые стрелки хорошо видны на индексах данного циферблата. И вы точно всегда и в любое время увидите время в режиме AOT. Ну а вот так, дорогие друзья, наш циферблатик выглядит воочию. Так, на циферблате можно выбрать из 6 стилей, 6 стилей фона, 5 стилей стрелок, 3 настраиваемых, так скажем, виджета и ярлыков для приложений 4. Чтобы посмотреть текущий показатель пульса, вам нужно будет измерить его вручную. Для этого просто нужно нажать вот на эту вот часть циферблата, и он инициализирует, видите, там лампочка мигает, измерение пульсика. Достаточно интересная вещь. Дальше поехали о том, что мы здесь видим. Во-первых, посмотрите, какая изумительная текстура данного циферблата. Посмотрите. Стиль. Как красиво все выполнено. Картинка высокого разрешения и очень хорошего качества. Все просто классно прорисовано. Далее, вот здесь виджет, здесь тоже виджет, виджет мирового времени у меня настроен. Дальше температура, тоже виджет, и я его тоже настроил. Здесь у нас понедельник, число месяца и сам месяц. Далее мы с вами видим счетчик шагов. Далее мы с вами видим, сколько мы прошли в километрах или в милях, в зависимости от настроек вашего смартфона. Здесь, естественно, пульс и заряд батареи. Также мы с вами видим аналоговое время и секундную стрелочку, которая идет как в механических часах. Видите, она не тикает так вот, а именно как в механических. Мне это очень импонирует, хочу вам сказать. Отличнейшая, как я еще раз говорю, текстура. Просто супер-пупер и т.д. и т.п. Так, ну а теперь давайте пройдемся с вами по настройкам. Нажали долгий таб, настроечки и поехали. Приближаем и смотрим, что у нас первое. Давайте по первому пройдемся. Первое у нас стили фона основного циферблата. Как я уже сказал, их 6 штук. Вот этот первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Все они темного цвета. Это очень способствует, или вернее сильно способствует экономии расхода аккумулятора. И посмотрите, вот здесь вообще очень четко видно, какие тени на стрелочках. Обратите внимание, вот смотрите, прямо видно, что они над циферблатом. Вот именно такое впечатление создается. И это действительно смотрится шикарно. Поехали дальше, смотрим, что у нас там дальше. Hard, это про стрелочки, наверное, дело, да, точно. Цвета стрелочек, которых, как я уже сказал, 5 штучек, да. Первая, поехали, беленькая, вторая, третья, четвертая и пятая. Вот мне понравился зелененький цвет. И я, хотя вот голубенький тоже вот такой прикольненький цвет, насыщенный прямо. Классный. Все, поехали дальше. Следующее, что у нас здесь? Color. Color. Color чего? Смотрим, color чего. Color даты времени. Как вы видите, вот дата. Обратите внимание, число месяца я имею в виду. Оп, меняется он. Число месяца. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 чисел, 6 изменений цвета. Ну-ка вот оставим голубенький и нажмем, посмотрим, что у нас получается. По факту. Короче, по факту изменяется цвет не только этого числа месяца, но также иконки шагов. Иконки шагов или счетчика шагов. Так, ну и поехали к последней настройке. Это дополнительный настрой. Как видите, 3 виджета, которые мы с вами можем поменять, и 4 ярлыка приложений. Выбрать можно что угодно. Ох, бухают у нас, еще Новый год не начался, но это репетиция генеральная. Бухают и салют пускают.
Я думаю, что у вас, наверное, то же самое. Так, все. И теперь у нас ярлыки приложений. Все, нажали и прошлись. Смотрим, что у нас тут есть. Лучше всего, как говорят сами разработчики, надо нажимать ярлыки приложений. Все, нажали, и здесь уже вы выбираете все, что вам нужно. Тапаете на него. И потом, в итоге, когда все закончили, нажимаете ОК. Нажимаете ОК, и все. В итоге получаем вот такой шикарненький аппарат. Если у вас вдруг какие-то возникли затруднения по поводу того, что не устанавливается циферблат, или вы не знаете, куда ввести промокод, пожалуйста, смотрите в описании видео. Там есть несколько инструкций, видеоинструкции или ссылочки на видеоинструкции, которые помогут решить вам эту проблему. Вы же, дорогие друзья, не забудьте, пожалуйста, оставить свой отзыв данному разработчику. Неважно, возьмете вы промокод, успеете или купите этот циферблат. Пожалуйста, оставьте. Для них это очень важно. Промокодов у нас 30 штук, по-моему, поэтому ставьте свой лайк и пишите комментарий. И вы, возможно, попадете в эту 30-ку, которая получит этот циферблат бесплатно. Вам, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч.